нежный в меру сладкое печенье, которое я привезла из Крыма, а произведено оно в Польше. Состав вы видите на нескольких языках. Упаковка пластиковая с внешним видом печенья и его состав на нескольких языках, в том числе и русском. Форма их круглая, количество 6 штучек. Цвет темно-коричневый с начинкой в виде кусочка шоколада и апельсина. Во вкусе они чувствуются только слегка, хотя шоколад больше, чем все остальное. Равномерные, похожи немножко на поверхность какой-нибудь экзотической планеты. Внутри может быть чуть светлее. Могу вам рекомендовать, нет приторности. Аромат весьма приятный и нежный. Подписывайтесь на мой канал, ждите новые обзоры на разные вещи в мире и в стране, и на продукты, в общем, на все, что может быть интересно подписчикам. Лайки и дизлайки приветствую. Внимание, это хорошо. Нежный в меру сладкий.